Мы еще, оказывается, месяц назад, на 2 недели нас, оказывается, выводили отсюда, оттуда, назад, и мы отдыхали, кайфовали, сидя по документам, кайф перед московской комиссией какой-то. Мы кайфовали там где-то, отдыхали, спали, бухали, а теперь мы опять здесь. Типа отдохнувшие мы. То бишь, что вы жалуетесь, что вы тут сбегаете, если вы отдыхали. Потом кто-то ж написал в группу тоже вечером, ну, типа, ну, как у вас дела, как здоровье с сыном, ну, ты, да, пишешь, сын вернулся. Ну, скажите хоть хорошую новость, мы все ждем, ну, ходил ли он в часть командиру. Да, он ходил в часть командиру, все рассказал, то-то, все-то, ну, командир в курсе про все. Ну, и все на этом. Ну, потому что всем пусть. Вот. А потом эта подружка звонила, а ты ж слышала, вот ему сказали выходить на работу, какое лечение, выходите поработаем. Он говорит, как работать, я, говорит, я не могу, говорит, стоять. Ну, понятно, ему это рыжа в позвонке долбает. Говорит, какая работа? Я говорю, так сказал, говорю, командир, ну... Одни ублюдки, короче, везде. Эти жопы, бля, ублюдки прикрыли. Кстати, комбриг наш вернулся. Да, у него уже оформлено 2 ранения. Покайфовал где-то там в Москве, там где-то несколько месяцев. Вот. И опять он здесь. И опять все. Ну, короче, мы, ну, просто, блядь, быдло. А он, который козел, ты говоришь, из комбрига? Да, ну, который главный в бригаде в 34-й. Он тогда вместе с нами этого генерала сраного встречал, когда мы еще в лагере сидели. То у него пальчик сломан, то у него еще какая-то херня.